Всем привет, я Олеся Грудинская, и сегодня я представлю вам подборку ароматов, которые являются доступной версией всем известных и дорогих ароматов. Просто посмотри, мне же сколько пол-литра здесь. Такое ощущение, что здесь бутылка виски, а не духи. Какая-то вечеринка в стиле великого Гэтсби. Садиться в Майбах из Ритц-Карлтона. Красный как-то мне всегда нравился больше, знаете ли. И дорого. Мне кажется, у всех бывало такое хотя бы раз, когда ты влюбляешься в аромат, но понимаешь, что не можешь себе его позволить. Ну так вот, для таких случаев я сделаю сегодня вам подборку, когда вам по карману найдется что-то, что будет очень похоже на ваш любимый аромат. Что в таких случаях можно сделать? Во-первых, пойти в подземный переход и купить китайскую подделку. Но лучше этого не делать, конечно. Второй вариант – можно купить небольшой отливант любимого аромата. Кстати, это отличный вариант. Или можно купить полноценный флакон аромата, который будет схож с тем, который вам понравился. Я не гарантирую, что ароматы сегодня будут точь-в-точь, потому что даже двух снежинок одинаковых не бывает. Но если ваш кошелек или ваши моральные принципы не позволяют сейчас вам покупать дорогие ароматы, то сегодняшняя подборка вам точно будет полезной. X for Woman от Clive Christian и Gucci Rush от Gucci. Мне кажется, всем, кому около 30, Gucci Rush знаком, потому что в начале 2000-х им пропахло абсолютно все. Это синтетические незрелые персики, посыпанные кориандром, и все это на базе из пачули. Получился такой дерзкий, яркий фруктовый фужер. X for Woman даже по своей упаковке напоминает невероятно дорогущий коньяк или виски. Я напомню, что здесь всего 100 мл, но при этом коробка невероятно огромных размеров. Выглядит, конечно, невероятно презентабельно. Мне кажется, ради одной коробочки стоит его кому-нибудь подарить. На самом деле X от Clive Christian обыгрывает ту же ноту, что и в Gucci Rush, но гораздо деликатней. В шлейфе он звучит более округло и сливочно. Возможно, для тех, кому Rush всегда казался слишком громким и кричащим, Clive Christian покажется более носибельным. Хотя, с другой стороны, посмотрите на разницу в цене и скажите, вам точно нужен Clive Christian? Кристалл Оверте от Chanel и Woman от Джан Марко Вентури. Вся линейка Кристалл была создана для высоких температур. И если с туалетной или парфюмерной водой вы как будто бы прогуливаетесь где-то по утреннему лугу, где свежая от росы еще трава, то конкретно этот аромат – это путешествие по югу Франции, где неролевые рощи, и в тени густых зеленых деревьев бежит звонкий, очень холодный ручеек. Woman от Джан Марко Вентури обыгрывает ту же тему, а еще и создан на 8 лет раньше. Правда, стартуют ароматы по-разному, потому что у Джан Марко самая высокая нота – это лотос. Хотя я все же назвала бы его старшим и более доступным по цене братом от Chanel. Букет Идеаль от Ксержев и Шарина от Росаси. Вообще, в принципе, ароматы Ксержев славятся своей яркостью, вычурностью, роскошностью итальянского юга, своим невероятно стойким шлейфом и, к сожалению, нескромной ценой. Вопреки названию, букет «Идеаль» не про цветы. Это сливочно-специевая композиция с вишневыми и удовыми обертонами, такая тягучая и томная. Шарина от Росаси рассказывает примерно ту же самую историю, но только уже на арабский манер. Сразу хочется затянуть песню «Арабская ночь» о Дивный Восток. Вы просто посмотрите на это серебро с аналогами сапфиров. Этот аромат кому-то может показаться приторно-сладким, но в Шарине под всей этой ванильно-амбровой вишней еще и скрывается нота животинки. Это даже не духи, это масляная смесь практически. Поэтому я опасаюсь очень наносить ее на себя, потому что я знаю, что она еще более томная, еще более тягучая и еще более стойкая. Мне кажется, это предел стойкости, который возможен.
Артемизия от Пентхаллиганс и Кашмир Мист от Донна Каран. Артемизия была посвящена, естественно, богине Артемиде. Некоторые еще связывают с художницей Артемизией Джентилески. Сложно выговаривая имя и фамилия, но на самом деле характер этого аромата не совпадает с нравом ни художницы, ни богини, которые были мощные такие, сильные, и, наверное, даже кто-то бы сейчас в современном мире назвал их феминистками. Аромат же придется по душе всем фанатам мягких пудровых ароматов без яркой косметической ноты. Нежный и женственный, с мягким мускусом, фиалкой, легким флером персика и ванили. Аромат Кашмир Мист, к сожалению, в России труднодоступен, поэтому у нас разница в цене между ними не такая большая, как хотелось бы. Но определенно, если вам понравился один, то нужно попробовать и другой. Они и правда похожи, правда, этот, на мой взгляд, чуть суше и строже. Хотя в целом для подобных ароматов название «Кашмир», мне кажется, подходит гораздо больше. Аква Флорентина от Крит и Аква де Луэва от Элла Луэва. Если вы любите сочные фруктовые композиции, при этом с легкой водянистостью, то вам точно нужно познакомиться с этой парочкой. Это прям сочное хрустящее яблоко и слива с такой тоненькой кожицей. Здесь же сочная груша, цитрусы, капелька розы и деревяшек в базе. Аква де Луэва чуть более водянисто-мыльный, кажется, что фруктов в нем чуть меньше, но настроение в нем то же самое, а выгода существенная. Наша рубрика, которую мы условно называем «Хочу-могу», будет выходить регулярно, потому что это актуально во все времена. Знать, какой аналог есть доступный у недоступного аромата. Напоминаю, что в описании под этим видео есть ссылки на все ароматы, где вы можете пройти, почитать их описание, почитать отзывы. И я думаю, что здесь будет очень интересно узнать разницу цен, которая есть на сайте духи.рф. В комментариях, во-первых, пишите, какой из доступных аналогов сегодня стал для вас открытием, может быть, вы ждали его и очень хотели какой-то из этих дорогих ароматов получить. А во-вторых, мне интересно, может быть, вы знаете какие-то эти пары-близнецы, дорого, доступно. Тоже пишите об этом в комментариях. Ставьте лайк на видео. Если не подписались на канал, подпишитесь обязательно. И колокольчик, чтобы не пропустить новый видос. На мой взгляд, сегодняшняя самая близкая по звучанию подборка – это последняя. Забираю ее, чтобы изучить все нюансы. Ну и как настоящая девочка, не могу не забрать самый дорогой.